привет! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автомобильный набор инструментов от компании Top Tool. Код товара GCAI9701. Набор на 97 предметов. Очень хорошая комплектация у данного набора. По крайней мере, он нам очень нравится. Здесь ничего лишнего практически нет. Нету 250 бит. То есть тут инструмент только тот, что нужен для работы с автомобилем. Далее покажем комплектацию. Поставляется набор, такая полноценная коробка идет, в которой находится сам кейс. Указываются положительные стороны данного инструмента. На английском, конечно, комплектация с обратной стороны и где инструмент производится. То есть инструмент производится на острове Тайвань. Ну, Top Tool все знают, хорошо инструмент, очень хорошего качества. Много положительных отзывов от работников СТО, что инструмент выдерживает большие нагрузки. И также на наборе Top Tool пожизненная гарантия, кроме бит, которые идут в наборе. Это расходный материал. Начнем с трещоток. Две трещотки под 1/4 дюйма маленькая и под 1/2 дюйма большая трещотка. 36 зубьев, то есть силовая. Есть реверс, флажок переключения право-влево, быстрый сброс. Быстрое одевание и сброс головок. Длина трещотки под 1/2 дюйма 270 мм. Под 1/4 150 мм. Рукоятки здесь идут пластиковые полностью. Есть на инструменте, на трещотках и на всех единицах инструмента в наборе есть номер по каталогу. По этому номеру вы можете найти трещотку, будь то головку, в каталоге Top Tool. Есть каталоги бумажные, есть PDF формат, можно скачать в интернете. Трещотки разборные, три винта выкручиваете, можете вытянуть механизм. Запасные части к трещоткам продаются отдельно. То есть вы можете заменить данный механизм внутри. Трещотки прямые идут. И также под 1/4, 36 зубьев с реверсом, быстрый сброс. И также заменяем механизм. Воротки. Т-образные воротки под 1/4 и под 1/2 есть. Два воротка 250 мм длинный и под 1/4 110 мм. И два шарнирных есть воротка. Вот такой вот вороток шарнирный 1/4 очень редко встречается в наборах. Здесь он есть. Длина воротка шарнирного под 1/4 на 135 мм, под 1/2 360 мм. Ручки здесь полностью металлические. Шарнирная эта часть также взаимозаменяемая. Выкручивайте винт и можно закрутить ее отдельно. Удлинители. Под 1/2 два удлинителя 250 и 125 мм. Под 1/4 два удлинителя 75 мм и 150 мм гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Две сечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки. Два кардана 1/4 дюйма и 1/2 для работы под углом в труднодоступных местах. Сюда вставляете же или удлинитель, или головку. В наборе шестигранный профиль головок, представлены шестигранные короткие и шестигранные длинные. Головок торкс в наборе нет. Кому нужны торкс профиль, то это покупается отдельно, есть наборы специальные. Головки длинные, общее количество 20 штук. Самая маленькая у нас на 4 мм, 1/4. Они вверху под 1/4 и длинные под 1/2, это внизу. Самая большая 24 мм, шестигранная длинная. Головки короткие шестигранные под 1/4 у нас 12 штук этот ряд и этот ряд 18 головок, это под 1/2 дюйма. Самая маленькая у нас идет 4 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 216 грамм. Они полностью гладкие идут, надпись 32, то есть размер головки Top Tool. И номер по каталогу BAE-A 1632.
Чтобы не пугались во время покупки наборов Top Tool, весь инструмент идет немного в смазке с завода. То есть вы, на пальцах есть немножко масла остается. В верхней крышке у нас идет ключ разводной 200 мм. Ручка здесь металлическая, без накладок. Пассатижи 185 мм. Рукоятки пластиковые. Кусачки 160 мм. Отверточная рукоятка 160 мм длина. Данная рукоятка применяется через переходник, если брать биты. Сразу покажем. Биты здесь под 1/4 дюйма, под маленькую трещотку и под такую вот отверточную рукоятку. Он также может использовать вороток или Т-образный вороток. Биты общее количество 14 штук. Торкс есть, шлицевые и крестовые. Вы можете применять отдельно от набора. Ну или вставлять переходник, отверточная рукоятка или шарнирный вороток можете использовать. Эту рукоятку вы также можете, то есть тут масса комбинаций может быть, вы можете ее использовать через вот такой вот удлинитель и, допустим, вставлять сюда головки под 1/4 дюйма и что-то там выкручивать под углом в труднодоступном месте. То есть очень удобная конструкция. Тут массу можно конструкцию сделать, потому что есть удлинители и гибкие, и отверточные, и воротки. То есть это зависит уже от работы, которую проводите. В данной отверточной рукоятке, в отличие от других наборов, здесь нету подсоединительного квадрата с верхней части рукоятки. Такая полноценная, более отвертка. Отвертки в наборе 5 отверток. Шлицевые у нас получается 2 и 3 крестовые. 2 маленькие, 2 средние и 1 большая отвертка. Магнитный наконечник идет. Поэтому если болтик где-то закотится, гайка, можно достать. Все отвертки по размерам подписаны на крышке, на пластике. То есть в зависимости от ячейки, где они находятся. И также подписаны головки. Всегда головка 24 мм, ячейка подписана 24 мм. То есть можно быстро найти. И набор V-образных ключей в держателе. Общее количество 9 штук. Профиль шестигранники. Открывается сзади клипса. Можно вешать на пояс. Так, по комплектации все. Визуально инструмент очень хорошо отполирован, очень хорошая полировка. Нет сколов, следов от литья. То есть сразу видно, что вы держите качественный инструмент в руках, который прослужит не один вам год. Гарантия пожизненная на инструмент Top Tool. Гарантии нет на биты. Чтобы вы не путали, то есть биты это расходники. В верхней части крышки инструмент хорошо закреплен, только единственное, доводите его до конца, до щелчка. Материал изготовления инструмента – хром, ванадиевая сталь. Теперь кейс. Кейс у нас запирание на пластиковые защелки. Надпись Top Tool на них идет. Защелки такие можно купить отдельно. Ну, в данных наборах, хоть они не металлические, но очень крепкие. В верхней части крышки надпись Top Tool. Вес набора 10 кг. Ширина кейса 46, длина 35, высота 8 см. Рекомендуем к покупке данный инструмент. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. За подписки у нас хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.